В выставочном зале на улице Советская оживленно. Здесь собрались ценители изобразительного искусства. Брещане смогли познакомиться с уникальной и завораживающей экспозицией под названием «Фолифани. Сучасная белорусская графика», на которой представлено 92 произведения. Выставка представляет собой современное графическое искусство, через которое зритель может познакомиться с творчеством художников и основными направлениями развития графики в Беларуси. Стараемся немножко разнообразить то, что у нас выставляется в зале, чтобы было интересно гостям и жителям города Бреста. Почему графика? Графика, она немножко такой вот, как бы загадочный, что ли, вид искусства. Мы, обыватель, привык больше живопись, там, натюрморты, пейзажи, то, что понятно, да. А графика – это такое серьезное искусство, оно такое тонкое, такое, как мне понравилось высказывание, энергетика, но в то же время она очень сильная энергетика, потому что насколько художник вкладывается в каждую свою работку, это может быть работка размером там 10 на 10 сантиметров, экслибрис какой-то, он особая техника там выполнения, и точно так же огромные графические работы. Графика – это некий алхимический процесс, который объединяет в себе талант художника, глубинный смысл и волшебство материала. Будь то цинк, дерево или камень, художник каждый раз старается извлечь из этих подготовленных материалов новые фактуры и образы. Выставка, безусловно, замечательная. Здесь представлены работы художников разных стилей, разных направлений, но их объединяет одно – высокая культура подачи, высокий интеллект этой графики. Да. Здесь очень заметно такое продвижение, в первом смысле, овладения материалом, самим материалом творческим. Я имею в виду развитие линогравюры, способы там, подачи материала. Графика известна не только своим результатом, но и завораживает своим процессом. Выставка «Сучасная белорусская графика» открыла для зрителей дверь в этот невероятный мир и познакомила брещан с современными художниками-графиками. Среди представленных авторов – современные художники-графики, мэтры этого нелегкого направления. Александр Улыбин и Лев Алимов. Искусство графики любит терпение, выносливость, высокий интеллект и культуру подачи работы. Если ты сделал хороший лист, оттиск, то ты, и рама должна быть, все соответствовать. Что мы и видим на этой выставке. Меня очень радует то, что вчерашние выпускники Белорусской академии искусств, факультета графики, выставили прекрасные свои дипломные работы. Это радует, обнадеживает. Вот. Ну а мы в силу своей возможности тоже пытаемся как-то выставляться. У меня было представлено 9 работ разного времени. Это распрактитин. Там Минская выставка была художники 18 века и 21. Я взял работы «Рожденные в маске» и «Скиталец». Старые и новую работу сделал о черном квадрате. Пробу карандаша и первый шаг сделали и начинающие художники. Мне очень приятно, что я принимаю участие в этой выставке, но наравне с такими мастерами, серьезными, профессиональными. Мне тесно, и я делаю работы в разных стилях. Я делаю из керамики работы, они тоже абстрактные. А я планирую тоже и в акварельной выставке поучаствовать, и работаю с живописью. Просто мне нравится много чего постигать. Это разнообразие, оно меня вот вдохновляет и наполняет. Поэтому и графические работы тоже в том числе, но графика, наверное, преобладает все-таки в моих работах. Она меня завораживает, я не знаю, в ней есть какой-то ресурс, который трудно объяснить. Выставка современной белорусской графики в Бресте будет работать до 3 сентября. Если хотите получить удовольствие от тонкой, но очень сильной энергетики, которая свойственна для данного вида искусства, успейте посетить выставку.